Так, дети подарили мне сертификат. Такой. Леонардо на 1000 рублей. Выбираю подарок. Покупаю себе такую лупу настольную с подсветкой. Стоит 830 рублей. Наклеечки беру. Вот на такую. Такой подарок. Или же вот такой набор. Я еще пока в магазине выбираю. Небольшой обзор. Я распаковала эту лупу настольную с подставочкой и с подсветкой. Я сейчас покажу. Вот она, подставочка. Из чего состоит эта лупа? Подставка довольно тяжелая, такая емкая. Вот здесь большая лупа, 0,9 сантиметров считается увеличение в 2,5 раза. Маленькая лупа, вот она маленькая лупа, 0,2 сантиметра, увеличение в 4,5 раза увеличивает вот это вот. 2 светодиода, вот она, подсветочка такая, здесь вот кнопочка есть. Вот, и гибкий вот такой держатель. Вот в любую сторону можно вот так вот. Сейчас я закручу и посмотрим, как она будет у нас стоять. Вот так вот закручиваю. Все, закрутили. Вот так она стоит. Можно принимать любое положение. Она гибкая. Вот. Как работать можно в любом положении. Влево, вправо. Прямо под любым углом. Удобная такая лупа. Смотрите, как удобно мне для работы, для вышивания. Здесь подсветочка. Вот. И вышиваешь, видно всякие, вот буквально каждая клеточка очень даже хорошо видна. Вот. Для вышивки мне вышивать это очень хорошая идея, да не только для вышивки.